друзья, всем доброе утро. Давайте доброе утро всем помашем. Доброе утро! Сегодня воскресенье, сегодня святой день. Четвертая заповедь говорит нам в современном переводе. Помни субботний день и храни его святым. Суббота значит покой, день покоя, когда мы приходим пред Божье лицо, успокаиваемся, восстанавливаем свои силы, восстанавливаем свои откровения, свое видение для жизни и идем в следующую неделю. Сегодня день покоя. И Слово Божие говорит, чтобы мы приходили пред Божье лицо. Зачем это нужно делать? Зачем нужно ходить в церковь? Пожалуйста, давайте, пускай молодежь нам скажет, зачем ходить в церковь? Получить откровение. Так. Прославить Бога и исполниться Духом Святым. Послужить людям. А, назидаться светом, чтобы потом нести это в мир. Пребывать в общении святых. Молодцы. Давайте мы сейчас руки протянемся и благословим всех, кто смотрит духовный завтрак, чтобы завтра, вот сегодня, каждый, кто придет на воскресное богослужение, был благословен Богом. Хорошо? Отец Небесный, мы в согласии благословляем всех тех, кто сегодня придет пред Твое лицо на воскресное богослужение. Мы просим, говори к сердцам этих людей. Яви чудо исцеления в их жизни. Наполни Духом Твоим святым до избытка. Обнови видение, обнови откровения Твои, чтобы каждый человек, кто почитает субботу, кто приходит при Твое лицо, был благословен во всех сферах жизни своей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Хорошего служения. Хорошего служения.